Ира, вот как ты считаешь, рабочая профессия – это все-таки женское или мужское дело? Ну, я считаю, что женщин, как минимум, не надо списывать со счетов в этом деле. Ир, ну, давай вот по-честному. Ну, скажем, какой плотник из женщин? Ну, героиня нашего следующего сюжета тебе в пример. Но только после того, как я тебя уделаю в плотницком деле. Ой, я не один раз уже это слышал, поэтому давай прямо сейчас проверим. Бери молоток, вспомним старый добрый Форт Боярд. Правила, я думаю, тебе ясны, да? Кто последний забьет гвоздь до конца, тот, знаешь, и плотник. Давай, можешь начинать. Я начинаю? Начинай. Сейчас я попаду. Давай. Неплохо. А я вот так. Неплохо. Мимо. Слушай, у тебя неплохо, а у меня я не могу попасть просто. Ты просто в щепки. Ты поедешь на World Skills? Ты где-то училась или что? Я понять не могу. Да что ты? Подожди. Ты усложнил задачу. Чтобы все по-честному было, да. Давай. Пень уже треснул, кстати. Пень треснул. Ой. Неплохо. Ну-ка. И... Ой. Ах ты ж. Ладно. Все, зафиналили. Ладно. Видишь? Я победила.